В зале заседания областной избирательной комиссии знакомые лица. Петр Чугай, Анна Очкина, Олег Шаляпин. Все они уже пробовали себя в предвыборной гонке. И вот решили испытать удачу еще раз. Партия пенсионеров, она ведь объединяет, по сути дела, население немножко в другом ракурсе, чем остальные политические партии, которые цель берут системный. Да у нас человеческий, партия пенсионеров. Быть активнее прежде всего. У меня для этого есть сейчас больше возможностей. Больше ездить, быть более решительной. Потому что уже немножечко знаю о тех граблях, на которых не стоит наступать. Опыт сын ошибок трудных. Поэтому я надеюсь, что он мне поможет в этот раз. Меня, мои партийные товарищи знают не первый год. Уже некоторые больше 10 лет, и мы всегда слаженно работали на всех избирательных кампаниях, и поддержка моих товарищей, избирателей, которые поддерживают нашу партию, конечно же, чувствуется. Теперь всех, кто подал документы для участия в выборах, ждет сбор подписей депутатов представительных органов. Пополнить ряды кандидатов можно до 25 июля.